Так, приехали в Макдау. Сестры с Канады прислали посылку. Сейчас будем смотреть, что там в посылке. Ну, как обычно, продукты, кофе, куча консерв. Здесь одна коробка и еще одна. А, не, одна коробка только была. Ну, одна, они обычно присылают несколько коробок. Так, маечка. Так, Реджина у нас готовит тут что-то. Рыба. Так, у нас кофе будет. Тим Хортон. Наверное, шоколадки какие-то будут еще. Зубная паста. Здесь вот в том доме. Первый вот год, наверное, жили здесь. Мамочка тогда здесь жила, я к ним просто переехал, и все. Батя жил в Талае, где мы сейчас живем, а мы жили вот здесь, в этом доме. Не знаю, сейчас кто-то там снимает, снимает. Так, ну вот, задний дворик. Вот это вот батя делал, вот эту вот клетку, когда мы хотели бизнес сделать на, по поводу массажа. Массажный салон. Мы хотели еще и кофе продавать. Ну и купили попугаев, чтобы посимпатичнее было. Решили клетку сделать, сделали все это. Все попугаи подохли. Ну, они здесь, потом сюда уехали. Вот. То есть мы как бы... Больше попугаев не осталось. Жалко. Зато вот кури полно. Так, мамочка уже что-то тут собирает. Меня тут бьют. Так, все, привезли посылку, но нам надо еще отвезти посылку, которую сестры прислали семье бывшего мальчика мальчики. Вот, сейчас поедем туда. Приехали в Замбандиту. Приехали в Замбандиту, сейчас ищем дом семьи друзей. Ну, короче, друзей семьи. Вот. Так, все, приехали к ним домой. Смотри, какие здесь большие красивые деревья растут в тени. Когда в тени, не так жарко чувствуешь. Так жарко, не очень жарко здесь, короче. Вот. Мамочка не хочет, чтобы я делал видео. Приехали на пляж. Это, кстати, тот пляж, где я первый раз вообще искупался на Филиппинах. Мы с батей не знали, что есть Доуини. Место, где искупаться хорошо, там с кораллами. Мы приехали сюда. Искали дикий пляж, вот нашли. Только он не совсем дикий, здесь резорт. Там вообще это петухи дерутся иногда. Вот тут мамочка идет. Здорово, вот у меня ладошка и рыба. Так, маечка после того, что у нее, ну, перегрелась сегодня, короче, на солнце, спит. Да. Кот ждет. Мы ждем. Вот мы, кстати, рыбку ту, которую купили, приготовили уже. С батей приготовили, батя овощи нарезал. Вот, я все остальное взял. И принес.
Да. Сейчас будем. Ты помыл ее, надеюсь? Ясен болт, она вообще не висела, она была мытая, лежала. Хорошо, и у нас еще рис остался немножко. Я не хочу. Все, давай трапезничать. Давай. Итак, сейчас мы будем делать, покажем, что нам повезли, что нам прислали сестры Маечкины. Батя в своей позиции, да. И нет, окей. Так, что же у нас тут? Котофей. Okay, so right now we're going to show you what we got from the box that sent from my sisters in Canada. So we have here one pack of what is this? Pancake mix. Будем делать блинчики. One pack. And we have your famous coffee, Tim Hortons. Mm-hmm. Yeah, so actually it's two. Here. Two. This one. And then if you have coffee, we have Coffee Mate. Yeah, coffee whitener or Coffee Mate. So that. And let's go to this first bag. So in the first bag, так, что же это? А это для шкафа, наверное. Потому что это тоже ломается. Угу. Little table. Маленький стол. Сейчас Маечка покажет. Вот это. Так что это такое вообще? О, Christmas something. Ага. For the table. Yeah. And we have a picnic blanket. Угу. And we have this. И маленький стол. Ну, для пикника, чтобы сидеть. Это тоже для пикника, чтобы, допустим, поставить себе что-то, какую-то еду, да? Next is, we have... Так, мишура. Christmas decoration. Мишуру привезли. Christmas decor. Прислали, хотя у нас елок нету здесь. Ну, можно купить, только пластмассовую. Parts of the floor hanger. We have... А, big plates. Called. You can put plate. Ага, ну для еды, короче. Like more on for Christmas. Because Christmas is coming. Yeah, put everything there for Christmas. So here, we have plastic. Oh, we have plastic. Okay. Так, это первое. And you have something here to pack. No, I already take it. Okay, and let's take this. Так, что же еще у нас? Another bag. It's actually an insulator bag. Yeah. So we have blanket. Да, здесь бывает прохладно по ночам. For that. Another Christmas. Елочные игрушки, вот смотрите. Тоже наряжаем. Yeah. Надо будет купить елку. Круто на самом деле. I like this one. Another bag. Bag for Мумай. Мумаечки постоянно присылают какие-нибудь сумки. Let's go shopping. Да, какие-нибудь сумки, что-нибудь такое. Ну, кстати, елочные игрушки они первый раз прислали за все это время. Okay, так, что же еще? Envelopes. Зачем-то куча этих самых конвертов. Не знаю, деньги дарить, наверное. I think I know for what. For giving money. This one nice for putting, you just put ice in this. And voila. So nothing more in there. Next box. Так, что-то еще.
Это все с Канады. I don't know why they sent this. It's a fire starter. And then this is... Что это такое? Ну, это типа зажигалка такая. А это что? Oh, it's a dress. А, платье для мамочки. Let me check if it fits. Та-да! Never mind. It not fits. Может, Нави подарим. Частенько так получается. Так. Соль, да? Угу. Так, что еще? Белт? Yeah. Ремень. We have this kind of things. Я не знаю, что это такое. Yeah, что-то that. Для... Bath salt. Лосьон. А, лосьон, ну всякая фигня, короче, женская. Shower gel. That's all together. Так, что еще? Зубные щетки, да, вот это. Батя там что-то турались. Что это? А, вот, да. Здесь они не очень хорошие, свечки. We can use this to... Не очень быстро все про... To bring mama and papa. Yeah. Yeah, вот yeah. Здесь свечки обычно очень быстро прогорают, вот эти подошвы как бы. Вот Hand cream. Uh-huh. Крем для рук. And и что еще? This one. Для посуды, да? They ask, my sister actually sent it because if they're going to build the house in Mayon Tubig, the cabinet, she wants the cabinet to be in this size. That's, it's like their basis, their guide. So, yeah. She can just set the size. But... And more pants. Pants for me. Pants. Ага. Actually, штаны. Штаны для мамочки. Куча. Their pants. Or the their boss pants. That it fits me. So that's it. I will not show you the pants, but some more pants. And then что-то еще. Next the end. Wow. Что-то еще. It's a tin pan. Christmas again. Christmas. Wait, cup. It's a steel? Yeah. Yeah. Железный. Christmas top. Малированный, да. And again. Christmas decor. Christmas decor again. Так, еще одна сумочка с кенгуру. And и опять елочные игрушки. Куча. Хотя елки у нас нет, то будем батя наряжать. Yeah, and that's it. That's it? Yeah. Окей. Так, мамаечка жарит остатки вчерашней рыбы. Я замариновал вчера. Надеюсь, вкусно получилось. Я. А я, как всегда, мою. Да. Я помогаю своей дочке. Ну, маечка тут. А я, как всегда, монтирую. Поймал ежа. Вот он, колючий. Сейчас я его буду есть. Вот он, видишь, как колючий? Это маранг. Я давно его хотел. Сегодня было возможности. Попробуй. Повезло мне в этот раз или нет? Да. Да. Вот он. Какая красота, ой. А какой он вкусный. Mm-hmm. В этот раз мне повезло. Повезло? Как парень сказал, very sweet. Sweet. А, да, конфет. Вот если впервые его пробуешь, ну не впервые, я даже не первый раз ем,
Я все никак не мог понять, на что он похож. Это можно предположить так, что если вы когда-нибудь ели виноград Изабелла, у нас на юге такой растет, черненький, да? Вот если вы эту Изабеллу вытащите косточки, опустите вот эту ягоду в стакан, смешаете ее со сгущенным молоком, смешаете ее с клубникой немного, все это размешаете, естественно, на косточку выкинуть, тут довольно-таки косточка серьезная, она больше на фасоль похожа, вот, то вы получите вот этот вкус и аромат. Ну, аромат, скажу, не очень, у него похож, знаете, есть такой технический вазелин, типа циотима, вот он на него похож, запах, но не влияет на вкус совершенно, очень вкусная вещь, мне очень нравится. Маечка сейчас в Леплазе покупает продукты, а я только что подстригся, и сейчас будем покупать с ней елку, у нас игрушка елки есть. Для елки, а самой елки нету, поэтому мы сегодня будем покупать елку. Так, вот елки. Так дешево стоит, 5000 вот стоит. Но она большая, мы поменьше ищем. Мамаечка, оказывается, уже все купила. Взяла меня внизу и наверху искал. Вот, сейчас нам наш мотоцикл вытащат. И мы поедем домой. Да, как приходим, Котофей постоянно спит. Да, так что у нас Маечка купила? Елочку. Это что такое, не знаю вообще. Так, батя у нас тут начал убирать. Убирать? А что тут такое творится? Так кот это все виноват. Кот убил кокрыча. Ну, не доел его, а мураши давай играть. Так, мамаечка приступает к наряжанию елки. Yeah, we're going to decorate our Christmas tree. Okay. How much is one? Так, эта елочка стоит 159 песо. Ну, короче, 3 бакса. Пошли, у нас лес сегодня мы вырубили. Я там знаю места хорошие. I have big Christmas tree. На гортопе. It's like my love. Mom now. Yeah, we can put it there. Here first, да. Yes. Decorate here. Вот так вот елочка выглядит. Пап, понюхай, она пахнет еломыми ветками. Да, ну. Да. Да, понюхай. А я, помнишь, хотела так притащить в России? Ну, наврал. А я повелся. I don't have a smell like real. Ваня, бесстыжие, я реально подумал, что сейчас технологии такие, что пластик с запахом делает. За 150 песо. Ваня, как сейчас вот это как шарахну по кунту. Кот, иди упусти его. О, бежит, бежит, бежит. Все, украсили чуть-чуть нашу комнату. У нас вот Merry Christmas, елка и мамаечка. На игрушек тут на большую елочную, на большую елку, наверное. Полно елочек, игрушек. Ну там еще что-то есть. Мы for big. Yes. Но for little. Приехали в Магнау. Сейчас будем трапезничать. Нам там сегодня день рождения. У куда Дани. Ай.
Так, вот эту рыбку вам есть. Беби. Так, Джереми уже готовит. Папс, you're fat на хуйно. You're getting fatter on the papс. Тут, кстати, курица, которую я вам недавно показывал, там жила. Вот и, скорее всего, это из... Ма, it's native chicken? Native chicken, и мам? А? Короче, супчик. Что за суп, знаешь? Что? Что за суп, знаешь? Сиксик? Нет, не сиксик. Что это такое? Это же вкусняшка с этим, с кокосовым молоком. Да. Вкусняя, только она единственная, что... Да? Да, только единственное, что это очень спайси, спайси, острое. О, бебечка. Это все чили. Чили, да, будет очень остро. Так, Маечка подрабатывает в магазинчике. Osa ha sigarilyo? Jackpot? Hindi lang yun. Jackpot? Mighty? Pula? Mighty green. Osa? Dam, tagpila ni Mighty Dam! Cheese. Cheese? Вот у нас сегодня будет рис, овощи, это соусы. Один, скорее всего, с такого, блин, острый, а другой нет. Две с чили, другой нет. Вот это 100% с чили. Вот это три рыбки. Это пансит. Вермишель. Hello, kuya, wani lang ang upila. Nasaan ni plato? Ni karete. Ni karete. Ni plato. Oh, it's Elada. Happy birthday to you. Where? Where? Happy birthday to you! Иди сюда, мы тебе сейчас отхапибердим по-чему. Иди, иди. Так, сегодня отправляем день рождения. Happy birthday! Happy birthday to you! Хоти! Да я уйдутом на каюку! Вау, лагаун наман! Так, что-то у нас происходит, пап. Ты хочешь нам показать красивую рыбку? Я хочу сказать, как у человека поднимается рука убить такое существо. Надо... Не знаю. Это просто обалдеть. Вон попали куда. Угу. Блин, ну красота. Я вообще так первый раз такую вижу. Да? Ну-ка. Вообще супер. Красивая, да, очень? Хвостик беленький такой. Угу. Здесь полоса такая. Блин, так жалко, а? Нахер они ее убивают-то? Ну, корот какой-нибудь. Это рыба, которая кораллы жует, по-моему. Mm. А, нет. У нее рот, как у человека, у младенца. Да? Да. Зубков вообще не чувствуешь. Mm. В принципе, это не коралловая рыба. Обсасывает коралл, наверное, да? Нет, она ест, скорее всего, водоросли. Mm. А здесь, посмотри, какие штуки. Как у подводной лодки, видишь эти? О, так это шипы. Ёкарный глаз. Ну-ка. Ты смотри, шип. Как палец такой. Ничего себе. С ногтем. Видишь, здесь? Да, точно. И здесь, посмотри. Вот он. Я первый раз в жизни такую рыбу вижу и в руках держу, тем более. Это вообще обалдеть. Да, когда я... плаваешь, там непонятно. А слушай, я такую не видел ни разу, да. Вот сколько видел, кораллы эти все там. Ну, ни разу такую не видал. Но она, как
И у нее очень мелкая эта чешуя. Угу. Да. А здесь нет ее. Просто гладкая шкурка такая. Блин, красивая. Обалдеть. Да? А вот этот. А этот другой. Видишь? Этот, а это может самец или самка? Может быть. Смотри, у него черный глазик такой от глаза идет. Mm-hmm. Плачет черным, да? Mm-hmm. Глаз, смотри, как человеческий белок mm-hmm. глаза. Видишь? Да. Плавник желтый на краю. Видишь, mm-hmm. по пальцу моему. О. Видишь? Mm-hmm. И здесь хвостик тоже беленький такой. Но не настолько красивый, как да. вот это. Хотя, и может, это сам это самец. Может, самец. Сам. Посмотри, какой у него плавник красный. Mm-hmm. И, кстати говоря, здесь идет черная полоса, потом хлоп опять этот. Такой да, же? Да, вон тоже он как во, блин. Во, видишь, какая штука? Uh-huh. Вот так видно? Да. Это ж коготь, как у кота у нашего. Давай обстрелим. Uh-huh. Но тоже он башку и чукнули его бедного. Ах, жалко. Жалко, но вкусно, я думаю. Сегодня попробуем. Мы же не зря этот купили. Уголь, да? Угу. Ну, древесный. Специально ездили, искали. Здесь тоже белая каемочка, угу. видишь, по плавнику. О, пестрый такой, пестринка. На камеру не так передается. Не, ну, блин, все равно вообще красиво, красиво, вообще красиво. Ну, я не знаю. Я бы не стал трогать, честно говоря. Вот, так что все, кто писали, что мы только одну рыбку на да всех. Теперь мы вот расщедрились сегодня, купили целых 4 рыбки, 1 килограмм за 230 песо, по-моему. Короче, 4 бакса. Все, ладно, давай. Это по доллару одна? А? По доллару одна? Да. Это и коту одна получается. Ну, пускай какая-то коту отойдет. Ты же не купил коте, чтобы я сварил. Блин. А он уже ждет, вот он здесь. Кот, у тебя есть. Посмотри, какая шайба стала, а? Шире моей. Коте. Толстенный стал. А, коте. Кстати, у него же это. Он породистый у нас. Mm-hmm. У него порода называется пин-пин. Филиппинский кот. Пин-пин. Ладно. Маечка готовит рыбку. Да, вот сидит. Так, я уже думаю, эта сторона уже сготовилась. Только вот эта рыбка что-то не очень. Господин Иван Сергеевич, что вы делаете? Я сейчас буду делать соус. Еще. Соус, который любят все филиппинцы. А, смотрите. Его можно найти в любой календарии. Ну, зачастую его делают в любой календарии. Единственное, что у нас нету еще каламанси. А что, не нашли, что ли? А мы забыли. А, ну, это нормально. Ломать он вкусный. А также у меня сейчас в руках, здесь в основном только красные онион. Он же фиолетовый. Фиолетовый, да. Фиолетовый лук. А что его красным называют? Он же фиолетовый. Я дальтоник. Так, смотри. Не думал. И еще здесь есть, это уксус. Этот уксус сделан из туба. Туба – это вино, которое делают из кокосовой ветки. Короче, из мунази. Да, кенийского. Кенийский делают. Пили тоже. А это уже уксус. И здесь, я помню, говорил, когда в одном видео, здесь чеснок и перец чили. Поэтому он немножко такой острый. Ядрёный. Да. Короче, я просто это все нарезаю. Вот так вот. Так-то вот. Сначала, да, сначала у меня идет лук. Вот так вот. Угу. Вот так вот. Сначала лук. Вот так вот. Угу. Будьте здоровы, мать вашу, за ноги. Так, лук, потом сразу же идет помидор. Можно красный, чем можно зеленый. Зеленый. Ну, в основном филиппинцы такие помидоры едят. Я, кстати, знаю, мне кажется, я знаю почему, потому что если берешь красный помидор, скорее всего, он будет изъеден червями. Я так много раз попадался. А, понятно. Понял, да? Да. Частенько такое. То есть я уже томаты сажать не буду?
Ну почему? Зеленые, да. Ну, их можно это замариновать или засолить. Ну, вот это я пришел. Покажи, кстати, рыбку. Рыбка. Рыбка вот она. Вкусная рыбка. А, принесешь мне еще соевый соус, пожалуйста? Коте, иди сюда. Пап, принеси мне, пожалуйста, соевый соус. Хорошо. Все, я пошел за соевым соусом. Коте, не бегай, я тебе потом дам соевый соус. Это дати пути? Нет, это, по-моему... Да, это соевый соус. Это сильвер. А есть соус, который называется дата пути. Дато пути. Дато это вождь. А пути это и есть пути. Так что вот такие у нас ассоциации здесь. Пути это соевый соус, по-моему, да? Нет. Дато это вождь. А пути это имя его. А, вождь. Пути. Да. Пути вай? Хитот пути с... Пути. 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 Вайт? Пути. Пути вайт. Окей. Белый, значит, да. Белый. Может, ты неправду говоришь. Да, придумал, да? Я же люблю придумывать. Пускай все думают. Так, короче, смотри, что делаю. Ну, я смотрю. Открываю, заливаю. Окей. Это тоже. Ну, вы таким вот так соусом сами пользуетесь. И заливаем чуть-чуть. Мне как-то свой желудок жалко. Что-то типа не ел такой ни разу? Да вот что-то ядреный больно ты сделал. Да не, нормально. С перцем чили. Перчик чили. Я, кстати, люблю такую штуку. Канет текетов чили. Потому что если я его не уберу, Майк его разсыпает. Знаешь, чем пахнет? А. Квашеной капустой. Да, точно, запах квашеной капусты. Вот так. Ну, надо еще добавить. У меня слюнки потекли, все. Чего? Еще? Угу. А это инвайт просто добавь воды? Да. Просто вот, добавь воды. Все, можешь тебя попросить? Нельзя. Принести. Все, а мы будем трапезничать. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи. Какой трапезничать-то? Ты где трапезничать? Все. Коте, вы согласны с тем, что мы будем трапезничать? Согласен. Давай, выносись отсюда. Все.